В минувшую пятницу в парке «Маяк» отметили день основания города. Вокальные номера представили магаданские исполнители. По всему микрорайону Моргородок в этот праздничный вечер из аудиосистем раздавались песни. Ведущие рассказывали гостям об истории столицы Колымы. Также любой желающий мог поучаствовать в народном караоке. С этого уголка на морском побережье началась история всего Магадана. 91 год назад в бухту Нагаева на пароходе прибыли поисковые отряды геологов для изыскания золоторудных месторождений и первые строители. Они сошли на берег 23 июня. Именно эта дата стала днем основания города. Первопроходцы привезли с собой конструкции трех жилых домов, больницы, школы, часть постройки будущего интерната и ветеринарный пункт. Город поздравили его жители. Уважаемые жители и гости города Магадана, поздравляю с Днем города, с Днем молодежи. Желаю крепкого здоровья, желаю процветания этому самому лучшему городу на земле. Поздравляю всех магаданцев с Днем города, с Днем молодежи. Желаю всего самого наилучшего. Здравствуйте, магаданцев! Всех хочу поздравить с Днем молодежи и с Днем города. Всем желаю удачи в их мечтах и успехов в школе. День рождения столица Колымы отметит 14 июля. В этот день более 80 лет назад первоначальный поселок для грузов и заключенных в районы Дальстроя был преобразован в город. Эту дату принято считать годом рождения Магадана, хотя он был заложен 10 годами раньше.